Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Хочу вам предоставить обзор коробочки Messerschmitt BF-109, разновидность F4. Модель фирмы «Звезда» в 48-м масштабе. Открыв коробочку, был очень обрадован, так как сразу видно, что модель сделана хорошо, проработана очень хорошо. Довольно-таки понятная, читаемая инструкция. Сам я не авиатор. Когда-то раньше в детстве начинал, ну, наверное, как и все моделисты, начинал с самолетов. Еще помню, такая фирма «Нова» была. Вот, начинал с нее. Давно очень не делал самолеты. Вот мне друг прислал в подарок такую модель. Еще и в 48-м масштабе. Я раньше никогда не делал такие масштабы, делал только в 71, 73 или 1,78, даже не помню. Ну вот это, да, наверное, 1,73. Ну вот это 48-й масштаб. Сразу чувствуются размеры. Там где-то самолет будет, наверное, около 20 сантиметров в длину. Расшивка, смотрю, сделана хорошо. Расшивка внутренняя, но не глубокая. Здесь даже вот вижу, какая-то утяжина на корпусе. С этой стороны особо нету. А здесь есть утяжинка. Ну, ничего страшного, это мы зашпаклюем. Ну, довольно-таки даже вот пилот без головы сидит. Ас Люфтваффе. Это первый литник. Второй литник. С крыльями. На крыльях тоже вот. Расшивочка хорошо читается, хорошо видно. Довольно-таки хорошее литье. Ну да, утяжинки немножко просматриваются. Утяжины просматриваются небольшие, легко устранимые. Но зато вот нету ни облоя. Стыка пресс-форм тоже особо я такого не вижу. Детали должны обрабатываться очень хорошо. Здесь даны элементы двигателя. Я смотрю, тоже по литью двигатель очень хорошо сделан. Просматриваю инструкцию, тоже двигатель более подробный. Даны пушки. Ну, довольно, да, модель интересная и хорошая. Но двигатель, наверное, я делать не буду, потому что капоты будут закрыты. Как бы говорю, давно не делал авиацию, страшновато испортить. Буду делать из коробки. Так, соберу в удовольствие для себя. Видео, надеюсь, выложу. Но, скорее всего, да, буду его собирать ради удовольствия, как подарок от друга. По размаху крыльев, смотрю, где-то тут будет сантиметров 25. Если не больше, ну, 25 точно будет. Даны довольно-таки хорошие капоты. Даны бомбы. Вот очень. Клепки хорошо видно на модели. Ну, хорошая, хорошая, достойная модель в 48-м масштабе. Вот дана такая декаль. Декаль тоже хорошо сделана. Жалко, нету еще ремней на кресло пилота. Ну и остекление. Фонари
тоже сделан из довольно хорошего стекла. Прозрачные. Вот. Не хочет вылазить из пакетика. Вот такие вот фонари. Фонари, смотрю, немножко отличаются. Видно, все-таки тут на две каких-то модификации они даны. Ну, посмотрим в сети интернет. Будем смотреть. На литниках, смотрю, стоит 2010 год. Значит, модель была, видно, сделана в 2010 года. А, нет, на литниках данной модели вот стоит 2012 год. Что за эту модель еще можно раз поблагодарить звезду, потому что реально хорошая модель. Будем собирать. Спасибо за просмотр. Задавайте вопросы, всегда рад ответить. До свидания.